Такого вы не видели никогда. Горы Синюхи пришли люди. Били
нежно и с любовью они отнеслись к этой земле. Развели очаги, возвели жилища, высадили плодородные деревья. Спустя столетия это место привлекло еще одну созидательную силу. Природе и обычаям этого места появился здесь город. В нем в любой стране находил уют и наполнялся энергией. Расцвел золотой край еще сильнее. Возродилось реликтовое озеро. Отовсюду слышался детский смех. Молва о Манжероке разлетелась по всему миру. Стали люди приезжать, чтобы увидеть место, имя которого в переводе с алтайского — сердце. И увидели они красоту алтайских гор и снежных трасс.